Когда я был еще курсантом высшей школы милиции, мы любили пройтись вечером по этой улице. С девушкой или с приятелями. Посидеть в кафе. Вот тут был север, там дальше космос. Невооруженно, естественно. Кому это тогда в голову могло прийти? И не страшно было, и спокойно. Я когда школу милиции заканчивал, думал, стану оперуполномоченным. К легкой жизни не готовился, но и к такой тоже. Мы все время опаздываем. Сначала появилась организованная преступность, потом было создано управление по борьбе с ней, наш РУОП. Сначала у бандитов появились иномарки, потом нашему управлению выделили несколько машин, которые могут эти иномарки хотя бы догнать. Сначала они вооружились по-настоящему, потом мы. А когда вечером домой возвращаюсь, думаю, бог ты мой, оказывается, не все вокруг бандиты. Я работаю в отделе, который занимается борьбой с захватом заложников. Так вот, у меня дежурство сутки, через 3 дня на 4-й. На каждое дежурство выпадает 1-2, а то и больше захватов заложников. И у других ребят то же самое, каждый день. Наше управление тут недалеко, и мы часто по Тверской едем на вызовы. И я иногда вспоминаю те годы, когда без пистолета себя спокойно чувствовал, и думаю, что же они с моим городом сделали. А потом, когда возвращаемся, особенно если все прошло успешно, думаю, нет, все-таки это мой город. Вот только сейчас поступила информация, опять заложники. Что же это за жизнь? Прямо война. Самое противное, это вот так сидеть, ждать сигнала. Нерв уже просто нет. Бандиты, наоборот, стараются обычно дотянуть до темноты, когда их труднее схватить. Торгуются долго, как на базаре. И мы тоже до последнего, пока есть хоть крошечный шанс спасти заложников. Чаще всего это коммерсанты. Самое лучшее для них сразу обратиться к нам сходу, после первых же угроз. Я помню, к нам пришел один такой коммерсант, сказал, что на него наехали, как теперь говорят. То ли не расплатил с кем, то ли ему не хотели платить. Мы у него в офисе и дома установили скрытые камеры. Ждем. Сработала та, которая была дома. Пришли к нашему подопечному двое. Знаете, в спортивных костюмах, бандитской униформы. Коммерсант, чувствуя, что у него за спиной мы, попытался затянуть с ними разговор. Но они, видимо, торопились, а может, им было велено переходить к делу сразу. В общем, разговор был короткий. Деньги принес? Нет? Получай. Сначала его просто били, потом один схватил веревку, стал душить. Думали, не успеем, еле добежали. Коммерсант отделался, как говорится, испугом, а для бандитов дело испугом не кончилось. Коммерсанты сами начинают прятаться от тех, кто на них наехал. Гиблое дело, адрес выяснят, телефон прослушают. Еще ничего, если сами собой рискуют. А то я помню, один вот так скрылся. А бандиты взяли в заложницу его 2-летнюю дочку. И били ее, когда она маму звала. Когда мы их взяли, я думал, ребята убьют их. Помнишь эту историю на Бутлерова? Еще бы, но там было другое. Ту девчушку мы по всей Москве искали. Иди туда не знаю куда, вслепую. А на Бутлерова был открытый захват заложников. Это когда бандит что-то нужно получить от властей. Деньги, наркотики или просто сумасшедший. Тогда ему все равно, кого хватать. Так вот, на Бутлерова в общежитии Губкинской академии один парень, второкурсник, Искандерова, кажется, звали. Да, Искандер. Взял заложницу 2 девушек. Он был вооружен 1 или 2 ножами, заперся с девушками в комнате, дверь забаррикадировал мебелью. 2 года назад якобы какие-то неизвестные люди изнасиловали его невесту, а милиция их не привлекла. Так вот, он требовал, чтобы этих насильников привели к нему. Требования были абсолютно абсурдными, а потому особенно страшными. С нами он говорить отказался, потребовал привести ему мулу. Буквально минут через 20 приехал имам-хатыб Московской соборной мечети.
прошу вас. У нас к вам просьба следующего содержания. Вы сейчас войдите, пожалуйста, с ним в контакт и попробуйте уговорить его сдаться и отпустить заложницу. Значит, ситуация накалена, он нервничает, поэтому мы сейчас крепко на вас рассчитываем. Далее будем по обстановке. Значит, зовут его Александр, да? Искандер, да. Мы решили добраться в комнату через окно. Как назло, дом ровный, ни карнизов, ни балконов. Нам тогда впервые пришлось использовать альпинистское снаряжение. Горячиться не нужно. Мусульмане вам должны быть хладнокровные. Я был хладнокровный, пошел убивать. И быть спокойным. Я хладнокровный, пошел убивать. Переговоры все продолжались. Искандерет захотел пить, потом курить. Передавать все это велел через трубы в уборной. Причем не ему, а девушкам. Нет, вообще, я родом откуда? Из Беларуси. Из Беларуси? С какой города? С Гомеля. Отец, мать, кто? Не знаю. Вчера думал на Таллин. Спросил Аллаху, что сделать с этим подругом. Он меня узбекский держал. Я узбек. Да, имя у тебя, конечно, хорошее. Красивое имя. Пускай вломится сюда, узнает, как будет. Да нет. Ничего нет. Воду можно было бы подсыпать снотворное или наркотик, но мы боялись, что он проверит ее на заложнице. Потом к этому времени уже выяснили, что Искандер лечился в психбольнице, и было неизвестно, как на него подействуют обычные лекарства. Я отдам девочек, дайте мне двух шакалов. Пусть у них автомат. Пускай, дайте мне, сука, их маму не будет. Вот тысячу. Один раз я за них в дурдом попал, они бы сделали, как бы свои подруги изнасиловали. А сам он тем временем завел себя уже не на шутку. Размахивал ножом, матерился. Мула ничем нам помочь не мог. Если раньше он выдвигал хотя бы логичные требования, то тут он буквально у нас на глазах сходил с ума. В щель между трубами мы все время видели одну из заложниц. Она не плакала. Было похоже, что она в шоке. Второй не было видно. Мы боялись, что ее уже нет в живых. Переговоры шли 4 часа или около того. Никакого результата. И тогда мы решили штурмовать. Основные силы должны были проникнуть через окно. С этой стороны он никого не ждал, стена-то гладкая. А у двери мы устроили большой шум. Кувалды разбили замок, стреляли, кричали. И это сработало. На окно он просто не смотрел. Все внимание было приковано к двери. А когда оглянулся, наши ребята были уже в комнате. Он успел только раз замахнуться на них ножом. Когда мы ворвались через дверь, он уже весь в крови лежал на полу, что-то бормотал, пытался угрожать. Обе девушки были живы, практически не поранены. Их сразу увезли в больницу. А вслед за ними и самого Искандера. У него было касательное ранение головы и прострелена грудь. Интересно, вот сразу после операции всегда думаешь, надо будет узнать, как там девчонки пострадавшие, что с этим бандитом. А потом новые дела, и вспоминаешь обо всем только, когда вот так сидишь, ждешь, и не заснуть, и дела старые, как на кассете, прокручиваешь. Еще одна история, помню, началась с объявления в газете. Муж и жена продавали котят. К ним пришли мужчина и две женщины, вроде покупатели, а сами стали, угрожая пистолетом, требовать денег. Решили, раз котята породистые, дорогие, значит, у хозяев денег много. Муж попытался их прогнать и получил пулю в грудь. Соседи, услышав крики и выстрелы, вызвали милицию. И когда преступники, забрав в квартире какую-то мелочь, 1100, собрались бежать, бежать уже было некуда. Раненого хозяина они вытолкали из квартиры, его тут же увезли в больницу, и хозяйка оказалась заложницей. Мы приехали через несколько минут. От соседей стали звонить в захваченную квартиру. Зачем? Зачем? А ты колешься? Ну, 10 кубов тебе я не знаю, это смертная доза. Ты что? Андрей, хорошо. 10 кубов морфия тебе. Еще чего? Ага. Еще чего? Нет. Девок выпускаешь, да?
Хорошо. 10 кубов морфия я тебе лично отдам, да? У нас тогда работал такой подполковник Пономаренко. Он удивительно умел находить контакт с любым преступником. Буквально дар у него убеждать их и успокаивать, и в то же время не уступать. Думали, преступник опять сумасшедший. Оказалось еще хуже. Наркоман. У него ломка, и пока он свой укол не получит, вообще соображать не будет. В доме напротив, на чердаке, его ждал снайпер. Морфий искали по всей Москве. Скорой помощи такого количества, 10 кубов, не было. Нашли в онкологической клинике, привезли. По телефону договорились, что передавать пакет будем через окно. На веревке спустим с крыши. Преступник появился в огне, снайпер снял бы его с одного выстрела. А тот оказался хитрее. За пакетом высунулась женщина. 10 кубов морфия. Огромной больницы хватило бы. Целое состояние для наркомана. Он пытался было пойти на попятный, мол, ничего я вам не обещал, но Пономаренко уговорил его. Как сейчас помню, он ему: «Мужик ты или нет? Мужик, так держи слово». Короче, за 10 кубов он выпустил из квартиры двух женщин. Мы надеялись, может, хозяйку. Оказалось, нет, только сообщниц, жену и подругу. Ладно, от них мы хотя бы узнали, что все они из Ульяновска, нигде не работают, что фамилия преступника Губин, что он вооружен револьвером, что хозяйка связана и что она все время под прицелом. И самое главное, что ломка у него такая, уже крутая. В общем, за хозяйку Губин потребовал еще 5 ампул с морфием. За ними поехали, но уже было понятно, что переговорами дело не закончится, и мы стали готовиться к штурму. Схема была та же. По телефону продолжается переговоры, а в это время основная группа в альпинистском снаряжении потихоньку проберется через окно, а через входную дверь с грохотом ворвется отвлекающая группа. И все же был шанс, что за вторым пакетом с морфием Губин высунется в окно сам, ведь сообщниц с ним уже не было, и тогда снайпер тихо его снимет. Но нет, он развязал хозяйку и послал к окну ее. Нам ничего уже не оставалось делать. Взяли его чисто, хозяйка совсем не пострадала. Посмотрела на него, господи, 33 года, полная развалина. Ранил человека, чуть не убил второго. Мы у него отняли самодельный револьвер, несколько патронов, шприцы. Все 15 ампул были пустыми. Хозяйка нам все котенка предлагала взять в качестве благодарности, а Пономаренко тогда классно сработал. В любую минуту у этого Губина могли сдать нервы, и он начал бы палить направо и налево. Когда у наркомана ломка, всего можно ожидать. Пономаренко провел операцию как хирург. Кстати, он сейчас уже пенсионер. Как раз после этого дела ушел. Тот год вообще был тяжелый. До истории с котятами был захват заложников на Фрунзенской набережной. Когда мы приехали туда, на Фрунзенскую, самое страшное уже произошло. В магазине продукты был обменный пункт, и в обеденный перерыв туда ворвались трое вооруженных грабителей. Кассиру удалось выскочить через заднюю дверь и позвонить по 02. Через 3 минуты приехала милиция. Оказалось, патрульная машина была совсем рядом с магазином. И получилось так. Бандиты собрались ограбить обменный пункт и уйти. А тут их блокируют и говорят: «Сдавайтесь». У одного не выдержали нервы, и он начал стрелять. Попал в сержанта. Тот потом умер в больнице. Короче, когда мы приехали, вокруг уже была целая толпа зевак, а 2 сотрудницы обменного пункта были взяты в заложницы. Их связали скотчем, залепили рты и глаза. Одну даже пристегнули наручниками к стулу.
Как обычно, первым пошел Пономаренко. Сначала бандиты с ним вообще разговаривать не хотели, даже стреляли через дверь. А мы пока готовились к операции. Подогнали БТР, расставили снайперов. В это время рядом с магазином нашли машину с включенным двигателем, в ней документы. Решили вызвать родителей одного из преступников. Пономаренко уже к этому времени установил с ними контакт, передавал им сигареты. Они перестали стрелять, сняли маски. Приехали родители одного из парней, студента, между прочим. Что уж там они говорили, не знаю, но не подействовало. Мы чувствовали, что они тянут время до темноты. Стали требовать подогнать им бензовоз и все вокруг облить бензином, чтобы мы по ним не стали стрелять. В это время кто-то, то ли сообщник, то ли еще кто, позвонил в милицию и сказал, что если мы их не отпустим, он взорвет детский садик около Коптевского рынка. Проверили 7 детских садов, один даже эвакуировали. Ждать было нельзя. Сначала мы взорвали заднюю дверь. Ну, та же схема, у окна в это время сильно шумели, стреляли холостыми и изображали штурм. Но не сработало, они заднюю дверь забаррикадировали сейфом. Пришлось и вправду штурмовать спереди. Догнали БТР, выдернули решетку и пошло. Главное было, конечно, спасти женщину, и от бандитов, и от случайных пуль. Одну вытащили прямо со стулом, она к нему наручниками была пристегнута. Вторая, она тоже была невредима. Двоих бандитов уложили на месте, третьего взяли живым. Тот, чьи родители приезжали, погиб. Мать, помню, очень убивалась, плакала, рвалась просить прощения у заложниц. Теперь через год ее вроде жалко, а тогда одна только злость была. А тот третий, помню, нормальный был с виду, ни наркоман, ни псих, просто подонок. Сходу стал вину за погибшего сержанта валить на своих сообщников, к тому времени уже погибших. Вооружены бандиты были здорово. Автомат Калашникова у них был, это точно. Кажется, 4 или 5 пистолетов. А в здании магазина после взрыва начался пожар. Приехали пожарные, погасили быстро.
Казалось, весь город собрался на Фрунзенской. Милиция, скорые, пожарные, телевидение. Денек, конечно, был тот еще. Судили того бандита или нет, не знаю, нам не сообщают. Да это и не важно, узнаем из газет. И вообще, после Фрунзенской набережной было уже столько всякого. Одно интересное дело было буквально на днях. Два парня захватили жену известного... Захват! Ну все, ребята, пока.